Глава 1 книги Есфирь. И было во дни Артаксеркса. Этот Артаксеркс царствовал над 127 областями от Индии до Эфиопии. В то время как царь Артаксеркс сел на царский престол свой, что в Сузах, городе престольном, третий год своего царствования он сделал пир для всех князей своих и для служащих при нем, для главных начальников войска персидского и медийского, и для правителей областей своих, показывая великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего в течение многих дней, 180 дней. По окончании сих дней сделал царь для народа своего, находившегося в престольном городе Сузах, от большого до малого, пир, семидневный на садовом дворце дома царского. Белые бумажные яхонтового цвета шерстяные ткани, прикрепленные вессонными и пурпуровыми шнурками, висели на серебряных кольцах и мраморных столбах. Золотые и серебряные ложа были на помосте, усланном камнями зеленого цвета и мрамором, и перламутром, и камнями черного цвета. Напитки подаваемы были в золотых сосудах и сосудах разнообразных, ценою в 30 000 талантов. И вина царского было множество по богатству царя. Питье шло чинно, никто не принуждал, потому что царь дал такое приказание всем управляющим в доме его, чтобы делали по воле каждого. И царица Астинь сделала также пир для женщин в царском доме царя Артаксеркса. В седьмой день, когда развеселилось сердце царя от вина, он сказал Мегуману, Бисфе, Харбоне, Бикфе и Авакфе, Зефару и Каркасу, семи евнухам, служившим пред лицом царя Артаксеркса, чтобы они привели царицу Астинь пред лицо царя в венце царском, для того, чтобы показать народам и князьям красоту ее, потому что она была очень красива. Но царица Астинь не захотела прийти по приказанию царя, объявленному через евнухов. И разгневался царь сильно, и ярость его загорелась в нем, и сказал царь мудрецам, знающим прежние времена, ибо дела царя делались пред всеми, знающими законы права. Приближенными же к нему тогда были Каршена, Шефар, Адмафа, Фарсис, Мерес, Марсена, Мемухан, семь князей персидских и медийских, которые могли видеть лицо царя и сидели первыми в царстве. Как поступить по закону с царицею Астинь за то, что она не сделала, по слову царя Артаксеркса, объявленному через евнухов? И сказал Мемухан перед лицом царя и князей, «Не перед царем одним виновна царица Астинь, а перед всеми князьями и перед всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса, потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить, «Царь Артаксеркс велел привести царицу Астинь пред лицо свое, а она не пошла. Теперь княгини персидские и медийские, которые услышат о поступке царицы, будут тоже говорить всем князьям царя, и пренебрежение и огорчение будет довольно. Если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское постановление и впишется в законы персидские и медийские, и не отменяется о том, что Астинь не будет входить пред лицо царя Артаксеркса, а царское достоинство ее царь передаст другой, которое лучше ее. Когда услышат об этом постановлении царя, который разойдется по всему царству его, как оно невелико, тогда все жены будут почитать мужей своих от большого до малого. И угодно было слово это в глазах царя и князей, и сделал царь по слову Мемухана. И послал во все области царя
письма, писанные в каждую область, письменами ее, и каждому народу на языке его, чтобы всякий муж был господином в доме своем, и чтобы это было объявлено каждому на природном его языке». Конец первой главы.